Компания «Агроветсервис» представляет вашему вниманию генератор горячего тумана ПСУ-2000, производства Корея. Этот генератор используется для дезинфекции и для дезинсекции. Сейчас я вам подробно опишу, как он работает, заправляется и собирается. Данный бак используется для рабочей жидкости химии. Данный бак используется для воды, которая применяется для очистки сопла после применения генератора. Ну и, соответственно, бытовой туристический газовый баллончик. Сейчас мы соберем и продемонстрируем, как он работает. Бак для рабочей жидкости накручивается. Затем присоединяем емкость для очистки и охлаждения с водой. Присоединяем газовый баллончик. Проворачиваем, фиксируем его, и наш агрегат готов к работе. Сейчас я вам кратко опишу органы управления данного агрегата. Это дозатор газа в крайнем правом положении, газ перекрыт. Поворачивая влево, мы регулируем дозацию газа. Разжигается он пьезоэлементом, вот орган управления пьезоэлемента. Вот. Также имеется насос для подачи рабочей жидкости, вот он, и кран, который регулирует подачу либо рабочей жидкости, либо жидкости для промывки и охлаждения. Жидкость для промывки и охлаждения подается с помощью вот этой помпы. Сейчас я вам продемонстрирую его работу. Открываем газ. Загорелась горелка запальная. Регулируем подачу газа. Прогреваем перед работой данный агрегат. Кран стоит в положении работа, фогер. Агрегат прогревается. Итак, начинаем подавать рабочую жидкость. Хорошо видно, туманообразование отлично. Поработав генератором, мы перекрываем подачу газа. Горелка потухает. Затем для прочистки переключаем кран в положение прочистка и подается жидкость из малой емкости.
Вот очень хорошо видно. Прочистили водой. Все. Генератор обслужен. И ждет работы.